Ты чего так рано проснулась, малышка? С днем отца, папочка! Я приготовила завтрак. Правда? И все сама. И правда. Спасибо, милая. Цветочки сегодня просто прекрасны, поэтому я сорвала несколько. И почту принесла. О, Иви, не стоило. Я знаю, что ты ждал газету, поэтому и хотела ее тебе принести. Газету принесли? Долго их не было. Ты его открывала, Иви? Нет. Иви? Не открывала. Хм. Там все равно не было ничего интересного. Просто какой-то уродец на продажу. Думаешь, он настолько страшный? Ничего не открывай, не спросив меня. Хорошо? Даже от своего дяди. Ау, ладно. Прости, папа. Пошли. Я помогу тебе с завтраком. А кто был тот человек в письме? Не знаю. Какой-то злодей, за которого много предлагают. Зачем дяде Бенджи присылать тебе его фото? Кто знает, что творится в голове у дяди Бенджи. Хотя он тебе постоянно присылает такие картинки. Зачем он продолжает это делать? Раньше я ловил для него этих людей. Когда-то давно. Твой дядя не знает, что означает «в отставке». Ты раньше ловил злодеев? Как супергерой? Вовсе нет. Смазывай сковороду маслом, чтобы яйца не прилипали. Затем поставь пальцы по краям трещины и потяни в стороны. Вот так, аккуратно. Вот, попробуй. У тебя талант. Затем убавляешь огонь, чтобы яичница не подгорела. Нужно потерпеть. Ну и каких людей ты раньше ловил? Обычных плохих людей, что делали плохие вещи. Плохих людей? То есть как? Открой ротик! Кто-то не пользовался зубной нитью в последнее время? Зубной врач не может быть злодеем только потому, что находит у тебя кариес, Иви. Добро пожаловать на фермерский рынок! Противные овощи по очень-очень выгодным ценам. Овощи вообще-то вкусные. Я не понимаю, о чем ты. Какой милый костюм на Хэллоуин, Иви! Вот, возьми конфетную кукурузу. Нет, ладно, соглашусь. Те, кто дают конфетную кукурузу на Хэллоуин, все преступники. Вот бы только таких приходилось ловить. Эта работа нравилась бы мне намного больше. С беконом все не так просто, нужно быть осторожной, потому что он может дать сдачи. О, осторожнее, ай! Ай, говорил же, нужно быть осторожнее. Делай, что хочешь, я тебя не боюсь. А почему ты перестал ловить плохих людей, папа? Звучит как очень крутая работа. Стой! Стой! Что? Но сосиски же ведь еще не готовы, папа. Прости. Ты права. Еще пару минут. Выглядит вкусненько. Спасибо за помощь, папа. Всегда пожалуйста, малышка. Ты так и не ответил на мой вопрос. Почему ты перестал ловить плохих людей? Кто знает, почему мы что-то делаем. Ты всегда так говоришь, когда не хочешь отвечать мне. Все ведь намного проще, папа. Разве? Например, я приготовила тебе завтрак, потому что сегодня день отца. И я хотела сделать что-то для тебя. Почему ты помог приготовить мне мой?
Я хотел, чтобы у тебя тоже был вкусный завтрак. Показал, как надо. Вот почему. Что? Ради других. Вот почему мы что-либо делаем. Вот почему мы что-либо делаем.